Всем привет! Приветствую вас на очередной серии зеленки. И я уже собрал для нее колеса новые. Вот такие вот у нас, как и говорил, будут дипвудсы на алюминиевых дисках. Вес колеса где-то 200 грамм. Вот. Поэтому есть небольшая опаска такая. Выдержит ли мосты, коробка, ну, шестеренки силуминовые. Вот, но вот этим мы с вами и будем как раз таки заниматься. На модели снят передний бампер, так как он мешает углу въезда. Возможно, на первое время я его поставлю, а так у меня есть подобные бампера, уже немножко отпиленные, перепиленные. Может быть, из них что-то мы сюда подберем и установим, потому что без бампера, ну, модель не смотрится совсем. Вот. Далее корочка легкая, минус только у нас колесо запаски. Вот мы его 90% убираем. Так, что у нас далее? Далее у нас модернизация на сегодня. Модернизация на сегодня. Серво, мотор и регулятор. Основные элементы сюда будем сейчас устанавливать. Приступим. По пиньону здесь у нас специфический шаг, стоковый пин на 28 зубцов, и нам сейчас надо заняться поисками пиньончика поменьше. Нашел на 20 и на 19. Ну, соответственно, ставим 19. Были у меня закуплены для гелика. Самое главное, чтобы еще хватило регулировки. Вот как я и думал, 19 пин не достает. Я думаю, что придется подточить мотораму, потому что я хотел сделать лютую понижайку. Модель будет чувствоваться лучше, и проходимость будет, я думаю, больше. Коль залезли так далеко, снимаем коробку и смотрим, что у ней со смазкой. Коробка ужасно крутится. Ну да, с мостами дело лучше. Так, разбираем. Друзья, вот как выглядит коробка. И смотрите, вот смазка. Это не просто смазка, это какой-то клей. Понимаете? Я не думаю, что это будет хорошо сказываться на ее работоспособности. Но есть приятные моменты. Втулки не везде. На шестеренках есть подшипнички. Слушай, это какой-то солидол. Вот он точно на морозе задубеет. Не-не-не, промывай и какую-нибудь нейтральную смазку, а это удаляй. Он слишком густой, действительно видно. На морозе точно встанет. Промываю ВД-шкой. Ну все, промыли. Всю каку убрали. Теперь набиваем нормальные смазочки и собираем. Расточил
Думаю, передаточное число стало капец какое интересное. Вот, потому что очень большой спур и очень маленький пиньон. Двуступенчатая коробка тоже хорошо скажется на проходимости. Так, ну все, мотор стоит. Единственное, что переключение коробки передач пока будет в ручном режиме, потому что надо будет найти серву, все еще поставить. Пока хочется мне по-быстрому поставить ее на ход. Вот. Так что давайте приступаем дальше. Коробка меня немножко сегодня подвела. Много времени отняла. Но ничего, займемся заменой сервы. Так, смотрите, убрал от площадки с аккумулятором еще вот такой кусок. Вот, стало дальше ходить. Единственное, что теперь вот эта штука мешает. Выдвину серву немножко вперед. И тогда еще будет поудобнее. Побольше ход спереди станет. Передвинул серву в крайне переднее положение. И теперь нам ничего не мешает. Даже вот эту, по-моему, приблуду можно вернуть на место, да. Так, меняем амортизаторы. Снимаем пока что амортизаторы. Сейчас будем делать перенос амортизаторов вперед. Для чего? Смотрите. Вот у нас угол поворота. Все, мы уперлись в болт. А вот смотрите, я убираю крепление амортизатора. И насколько у нас поворачивает. И насколько у нас поворачивает колесо. Так что будем пробовать сразу двух зайцев. Но чтобы перенести амортизатор наперед, видите, куда он уходит? Нам надо кое-что сейчас сюда придумать. Кое-что называется вот такая вот гитара. Выглядит она как гитара для переноса амортизатора либо выше, либо дальше. Изменение положения амортизатора. И вот такие же сейчас мы гитары поставим вот сюда. Вот такие вот поближе. Гитары, в преднародье называемые, вот мы с вами будем вот сюда вот устанавливать, и амортизатор наш уже будем ставить спереди, вот так. Я думаю, что это будет интересно, я думаю, что это будет практично, вот, хотя спереди амортизатор никогда не устанавливал, надо будет попробовать и посмотреть, как это будет дело выглядеть. Далее, в следующем видео мы уже с вами поставим все амортизаторы, поменяем все амортизаторы, поставим новые колеса, накинем электронику, и думаю, уже будут первые метры. Хотя не знаю, посмотрим, если будет тяжеловато мотору, буду разбирать мосты. Ну все, спасибо за просмотр, пока.